Здравствуйте. Привет. Тём, привет. Тём, пойдём делать фотки космические. Побежали. Смотри, я на тебя надеваю супергеройский наш плащ защитный, помнишь, да? Чтобы только зубы твои видно было. Давай вот так укроем. Чтобы мультики смотреть. Побежали, побежали. Забегай. Так, Тём, ну что, фотка космическая у нас классная получилась. Забирайся на диванчик, подвигайся сюда ближе, чтобы голова у тебя была на подушке. Еще выше ползи. Молодец. Вот, Gravity Falls. Сегодня тоже будем его смотреть? Да. А, кого будешь брать на ручки? Давай, держи. На снимке и видим кариозный процесс. Помнишь, как обычно мы с тобой светим фонариками на зуб? Зеркальцем я смотрю. Ой, фу, какие страшные слова, вырывать. Не буду я вырывать, меня не учили этого делать. Мы с тобой, как обычно, моем зубы водой. Губки немножко помажем кремом. Мы с тобой обычно договариваемся, если вдруг что-то кисленькое попадет на язычок, левую ручку, которая ближе к Кате, вверх поднять, и мы все хорошо-хорошо помоем водичкой. Это жаба. О, молодец. Отлично, ты очень здорово мне помогаешь. Спасибо тебе большое. Давай немножко водичкой еще сполоснем. Может, вода просто брызгала на нос? Точно щипался? Сейчас все хорошо? Ну, здорово. Я думаю, он тебя больше не будет обижать. Тёма, здорово! Ты большой-большой герой. Очень классно мне помог. Пойдем нырять в сундук, смотреть, что тут фея интересного нам с тобой принесла. Вертолет. Кстати, его, по-моему, можно запускать. Он будет у тебя самостоятельно улетать. Но ты возьмешь бинокль. Давай опять. Все, спасибо тебе. Приходи к нам еще. Сегодня мы провели лечение кариеса двух зубов, а также удаление части зуба, который ранее был разрушен по поводу осложнения кариеса. Пациент ранее у нас был адаптирован и прекрасно переносит все манипуляции без применения седации закисью азота.